Всем привет! Вы на канале «Вкусные истории» и я Наталья Михайлова. Так как у нас сейчас клубничная пора, мы собрали клубнику и буду готовить компот на зиму. И поделюсь с вами тем рецептом, как это делаю я. В первую очередь, что нам нужно сделать, это помыть хорошо клубнику. От песка, от травы, от всякой, от мусора. И теперь я буду делать самое основное. Это мне нужно убрать всю зеленую массу. Клубничку я перечистила, взвесила. Здесь у меня 1,5 килограмма клубники. И еще мне для компота понадобится сахар и лимон. Лимон я всегда добавляю. Он идет и как консервация, и дает очень приятный вкус и аромат. На мой вкус лимон и клубника очень хорошо сочетаются, и компот получается изумительный. Теперь клубнику я буду раскладывать по банкам. Сразу добавляю лимон. Так вот, по 2 колечка. Под банки стелю полотенце. И начинаю заливать кипятком в банки. Сначала наливаю кипяток просто без сахара, чтобы простерилизовать ягоду. И накрываю крышкой. Накрываю полотенцем и оставляю примерно на час. Водичка горячая, но рука уже терпит. Теперь я накрываю вот такой вот сетчатой крышкой и сливаю назад в кастрюлю аккуратно. И так проделываю с каждой банкой. Я подготовила сахар. На каждую банку у меня идет 400 грамм сахара. 2 стакана по 200 грамм. Сахар здесь я отмерила уже 6 стаканов по 200 грамм. Высыпаю компот. И вот такой красивый компот ставлю закипятить. Как растворится сахар, компот перекипит, можно заливать банки. Все, компот с сахаром у меня закипел, вода. И начинаю разливать по банкам и закатывать. И закатываю. Ну что, друзья, вот так вот выглядит компот в готовом виде. Вот так он выглядит в кружке, в бокале. Посмотрите, какой он шикарный. Очень красивый, ароматный. Я очень рекомендую, кто сомневается, обязательно приготовьте компот из клубники на зиму. Это очень вкусно. А я желаю всем удачных заготовок. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.